Всем привет! Сегодня с домашний мукбанг. Я приготовила картофельную запеканку. У нас здесь пюре на сливочном масле и молоке, потом фарш говядина, свинина, тушеная с луком, с помидором, с томатной пастой и сверху сыр. И все это в духовку потом. Всем приятного аппетита! Приятного аппетита! Помидорки черри Костя купил. Здесь лучок. Я, наверное, все посыпать не буду, вот так чуть-чуть. И все. Пьем сок. Хочется уже попробовать. Булочки Костя купил. Специально немножко времени подождали, потому что вы пишете, зачем вы едите горячее. Ну и Костя горячее не любит. Ложки, вилочки приготовила, чем удобно будет. Какая вкуснятина, знаете, запеканка, которая готовится с цельным картофелем, она получается такая достаточно жесткая, не жесткая, наверное, все-таки твердая, а это такая нежная пюреха прям. Молока я не пожалела со сливочным маслом. Как это вкусно, сейчас у нас как раз обед. Вкуснятина. Такую запеканку на канал мы снимаем первый раз. Я не помню, чтобы мы и дома так готовили. Mm-mm. Именно с пюре. Мама мне так готовит. Получается намного нежнее. Можно еще пюре, а потом рыбку и сыр. Тоже можно сделать как-нибудь будет. Советую попробовать, кто не пробовал. Быстро довольно готовится. Сыр еще тянется. Интересно, можно еще какие-нибудь слои здесь придумать? Грибочки можно, наверное, еще шампиньоны сделать. Точно. А знаете, что Костя предложил сделать? Вчера в магазине увидела шампиньоны маленькие такие, маленькие. Думаю, их потушить в сливках в сыре. Или просто в сливках. Именно шампиньоны просто. И отдельно сделать мясо. Я помню, Костя в грузинском ресторанчике брал сковородку с мясом, с картошкой и шампиньонами под сливками. Вообще круто. Было так вкусно, хотя я не очень люблю грибы. Вот именно в блюдах. Я маринованные, соленые люблю. Но они были настолько нежные, сливочные эти грибы. Тоже можно сделать. Нам начали посылочки приходить. Мы потихонечку забираем. Да, одну, кстати, мы сегодня только забрали. Да, Лёву покажем вам в новом костюмчике, очень красивом. И ему очень красивое пришло постельное белье. Пододеяльник детский. Сегодня мы вместе с вами распакуем посылку с сайта «Любимый Василёк». Комплектик на Лёве и костюм на мне с этого сайта. Здесь у Лёвы серый костюм, пандочка нарисована. Костюмчик в рубчик, очень приятный по качеству. Немного он ему еще большой, но я думаю, мы быстро до него вырастем. Да, мы заказали 80 размер. Он стоил 543 рубля на Лёву. Да. Да. На мне костюм, я фотографии буду вставлять также. Хорошо. На мне костюм, он стоит 774 рубля. Дальше мы заказали костюм в подарок. Вот такой красивый хаки костюм. Также я приложу фотографии. Штанишки, внизу резинка с кармашками. И олимпийка с капюшоном. Очень красивый костюмчик. Как штатив для Лёвушки сегодня. Да. Очень красивый, теплый костюм из лаванды. Такой кардиган на клепочках. Кстати, красивый цвет, мне очень понравился. Красивый цвет. Также будут фотографии, чтобы лучше было видно. И к нему штаны также с начесом и с карманами. Сейчас на зиму, мне кажется, снизу классный резиночка. Вариант. Вообще классный. У меня подобные серые штаны из этой же серии. У Кости костюм из серии мужской. Очень теплые. Дальше я маме заказала домашний комплект. Он, знаете, такой очень приятный. Вот теплый. Теплый, да? Да. Домашний комплект. Такая туничка. И также штанишки с карманами. Но на ощупь очень приятный. Махровый. Лёвушка. Вот такой костюмчик еще я заказала. До этого заказывала темно-синий. Это поярче. Из штанишки. Это тоже Снежана заказала на подарок. На подарочек. Резинка, кармашки, цветочек. Красивый комплект. Очень приятное качество. Лёвушка тоже хотела попробовать. Так, Лёве мы заказали... Одеяло у нас, все одеяла дома с сайта «Любимый Василёк», подушки. Одеяло такое красивое. Это всё яркое. Яркое, да. Лёва, твое одеяло, дуга.
Также Это здесь есть лев. раздел Лев. яселька. Бегемотики, львята здесь Ты с вот. другой стороны тоже покажи, Да, что он. сейчас это покажу сначала. Вот здесь львенок. А с другой стороны ромбики разноцветные. Как по мне, очень привлекает детское внимание. Классно. Да, вот И по качеству очень приятно. Хочешь потрогать? Потрогай. Это твой пододеяльник. И одеяло. Бамбуковые. У нас все одеяла дома бамбуковые. А, ясенька размер 100 на 140. Оно сейчас нам подходит. Плюс и со временем он сможет тоже спокойно им укрываться. Потому что размер такой для более взрослых тоже деток. Мы очень сильно любим сайт «Любимый Василек». Обязательно заходите, заказывайте товары. Вам... Все домашние да, вещи у нас с этого сайта. Очень приятное качество. Состав для детей идеален. Лео, тебе нравится комплектик? Все ссылочки будут в описании на каждый товар. Со ссылкой, если вам что-то понравится, что могли найти. Так что переходите, смотрите, заказывайте. Лёва оценил там на пододеяльнике львенок. Долго он смотрел. На мне тоже. Комплектик. Вон, начали мы заказывать подарочки. Да, к Новому году. Тебе понравилась запеканка? Очень нежная получилась, и пюре нежное. То, что... За счет томатной пасты и помидоров вот этот слой с чуть кислинкой. Мне так нравится. Нас спрашивают, почему мы не снимаем рыбу на канал. У нас ни разу не было рыбы. Рыба один раз была красная в стейке. Была. По просмотрам вообще не зашло. Но я после рыбы не люблю запах. Мне кажется, что все потом пахнет этой рыбой. И разделывать я не люблю. Хотя... В детстве я обожала, когда бабушка рыбу готовила. Нет, но мы снимали со скумбрией, по-моему, с селедкой видео у нас были. Да, с лабосоленой, да? Угу. Можно в корм. Костя купил эту форму сегодня. У нас была стеклянная форма, не знаю, куда мы ее дели. Вот в этой форме можно будет рыбу сделать. Красиво с чем-нибудь. Как вкусно. Мне мама тогда говорит, почему вы с пюре не делаете запеканку? Я не знаю, почему мы не делали. Я такую даже и не знал, что так делают. Понравились нам вот эти помидоры. Очень. Вопросики надо читать начать. Точно. Совсем про них забыл. Кристинка Волкова пишет. Кристин, большой тебе привет. Привет. Так, что будете дарить друг другу на Новый год? Посоветуйте, пожалуйста, с подарком. Не знаю, что уже дарить мужу. 5 лайков. Костя предлагала сделать один совместный подарок друг другу в дом что-нибудь. Такой по цене, чтобы дорогой купить, а не ерунду подарить друг другу. Потому что я кофемашину, например, хочу. Они все за 20 переваривают. Ну да, которые такие хорошие. Кость, ты что хочешь? Я вот думаю, что я хочу. Ну, парню, наверное, да, можно спросить. Я в этом не вижу. Тем более, если это ваш муж, вы должны знать, что он хочет. Мы с Снежаной часто об этом говорим. Да. То есть, и мы напрямую даже иногда спрашиваем, какой бы подарок ты хотел, например, несколько. Ты перечисляешь, да? Да, выбираешь, чтобы был подарок нужный. Я ничего плохого не вижу в том, чтобы спросить и подарить нужное. Что бы я хотел? Возможно, что-то из вещей. Именно Adidas. Оригинал какой-нибудь. Обожаю вещи Adidas-ские. Я тоже люблю, я себе заказала. Очень красивые. На Черную пятницу, кстати, заказала. Вчера зашла, все подорожало. Футболка стоила 1000. Распродажа стала, сейчас 3000 стоит. Из техники, наверное, ничего не надо. Телевизор можно было побольше. У нас есть телевизор. Ну, еще один можно купить. Ну, я да, думала это еще про планшет. Совместный подарок. Про планшет думала. Нам нужен планшет? Мне я кажется, вообще очень много вариантов подарков парню. Если, например, просто не знаете, что подарить, можно просто подарить сертификат, то же самое Adidas или Nike. Мне кажется, каждый парень. Ну, если он носит такие вещи, а, может, ну да. Он не носит.
Если он ходит по классике, можно какой-нибудь магазин, где классические вещи продаются. Если, например, в офисе где-нибудь работает. Может, какие-то гаджеты, наушники, часы. Наушники, да, часы. И тому подобное. Ну вот, как-то писали нам, прогулка конная тоже классно, прыжок с парашюта. Ну, это же необычные подарки. Полёт на самолете. Это же круто. На самолёте не жалуйся. Надо знать свою вторую уже, так сказать, половинку, что он именно любит. Там плавание с дельфинами в бассейне. Прикольно же. Незабываемо. Да, это необычно. Обалденно. Что бы я хотела на Новый год, я даже не знаю. Не, может, куда-то совместная поездка. Угу, поездка. Тоже интересный подарок. Сейчас много различных загородных таких именно заведений, там типа отдыха, ну, базы отдыха, да, там различные. Баня. Какой-нибудь домик, такие красивые домики, смотрю, как они называются, кемпинги, нет, это, что-то путаю, такой отдых, как называется, наткнулась даже на базу, где вот эти домики сдаются, там прям на улице бочки стоят, с ветками, после бани туда прыгнуть, вообще круто. Да, много всего интересного, это надо, ну, опять же, где вы живете. Что еще, давай подумаем, какие подарочки. А что ты бы хотел? Я же сказал уже. Вещи, да? Возможно, да. Даже не знаю, сейчас вроде все есть. Да и из вещей тоже много всего есть. Сыр тянется, да? Очень прям. Угу. Романтический вечер можно приготовить себе, заказать еду. Так, если подумать, много чего можно сделать. Да, особенно если ваш любимый человек, он об этом может говорить, уже намекать, да. Ну, кому-то украшения нравятся. Может, какой-то там он браслет хотел или цепочку. Но, опять же, это все на любителя, то есть... Азам пишет Садыкова. Здравствуйте, большой привет. Сначала, на скольки лет вы начали готовить? Сами учились с помощью мамы. Ой, вот честно сказать, прям не помню, во сколько я начала готовить, но рано. Элементарно яичницу и макароны сварить я умела. У меня и мама очень вкусно готовила, и бабушки очень вкусно готовили. Но как-то у меня, знаете, такого не было, чтобы я прям училась, чтобы мне показывали рецепт, я училась. Хотя сейчас уже я об этом жалею, что я не училась у бабушки готовить. Рецепты, да, не брала. Просто когда-то время приходило, да, что-нибудь приготовить. А так сейчас все в интернете есть. Что хотите, можете приготовить. Я в основном так и готовил какое-нибудь блюдо, которое не знал. Запеканку там я тогда готовил или еще что-то, салат. Посмотрел, нашел, что зачем делать. И все. Я думаю, что я Лёве не буду запрещать, когда я готовлю, мешать мне. Как некоторые же говорят, не мешай там. Там испачкаешься, еще такое. Я наоборот хочу, чтобы он готовил вместе со мной, учился всему. Ну пусть пачкает, пусть сам пачкается. Мне кажется, если мальчик, то он тоже должен уметь готовить. Хотя бы элементарное что-то. Мне кажется, ты все умела готовить, да? Вот так из основного. И суп ты сварить можешь, и второе. Да, в принципе, там в еде ничего сложного нет. Вот ты даже тортик мне тогда пёк. Угу. Просто если у вас есть рецепт, все по порядку делать, там в любом случае получится. Вот вопрос был, Мария писала. Костя, привет. Не видела вас на канале. Как кушаете рыбу? Вы ее не любите? Привет из Казахстана. Казахстан, большой вам привет. Не, можете поискать видео именно, да, вот со скумбрией есть. И с красной рыбы, со стейками, там рис, по-моему, с чем-то есть. Можете в поисковике у нас там вбить. А так вот, если мне дать рыбу и сказать, разделай ее, я, если честно, мне кажется, я разделать не смогу. Не, сможешь просто. Живую тем более нет.
Ну да, если есть такой прям свежей рыбы, то это... Я не люблю тоже запах, именно все в рыбе да. потом. Вкусно, конечно, жареное, там, с корочкой, в кляре из муки. Вкусно, ничего не скажу. Но я возиться не хочу. А если я буду от чешуи ее чистить, так вообще вся в кухне в чешуе будет. Ну это надо прям где-то свежих-свежих купить. Ну и по просмотрам, знаете, рыба не очень набирает, как я заметила. Так, вчера мы на видео не успели ответить на вопросы. Так, следующий комментарий, который мы не успели зачитать в том ролике. Девушка пишет: помоги советом следующему мукбанге. В общем, я сама замужем, и у моего мужа есть лучший друг, тоже женатый. И хочу, чтобы ты мне помогла подсказать. Есть ситуации тут, которые случались. Как-то сидим в ресторане с мужем, мы уже наелись, и муж пригласил еще своего друга, который говорит: давай я тебя угощу роллами. Если ты будешь, и я буду, если нет, и я нет. Говорит это перед моим мужем. А что, прости, мой муж испарился? Это первая ситуация. Вторая ситуация. Потом опять как-то собирались в ресторане посидеть. Я с мужем, он с женой. И у нас тема пошла за новый iPhone, а точнее за качество камеры. А у него как раз был новый iPhone последней модели. И он сфоткал так, что я тоже попала в кадр, и его жена. Показывает мне, типа, смотри, какое качество, супер, да? А что, другое место нельзя было сфотографировать? Ну, там, где ее, типа, не было. Часто он приходит к нам. И хочешь, не хочешь, надо что-то готовить, накрывать стол. И он говорит своей жене: ты не можешь так готовить, узнай рецепт. Ну и там еще ситуация одна, что она заметила, что когда она поднималась по лестнице, он на нее смотрел. Что скажешь? Не знаю, это может... Или девушке, наоборот, так кажется. Ну, как сказать? Если, может, например, сама накручивает ситуацию просто. Если, например, он проявляет к вам симпатию и не пристает, и ничего, я ничего такого плохого в этом не вижу, что друг, например, вашего мужа к вам, например, хорошо относится, да? Без агрессии, без всего. Но я прям плохого ничего в этих ситуациях не увидела. Просто он вежливый, как мне показалось. Нет? Да, может, он со всеми так себя ведет. Если бы там, конечно, было то, что он вам приставал, приобнял, там намеки какие-то кидал, может быть, можно уже было говорить. Но мне бы было неприятно, если бы мой муж за столом сказал: вот так надо готовить, спроси рецепт. Жанна бы точно обиделась. Сказал бы: ну иди, да-то. Ну иди, пусть тебя готовят. Да. Ну, не знаю, ситуация, конечно. Но если вы уже замужем, да, то значит уже взрослые. Нужно сами этот вопрос решить. Может, с мужем стоит поговорить? Да, с мужем можно поговорить. Ну, тоже. Получится, что козни против друга. Просто понаблюдайте за ним. Может, вам реально кажется. Помидорка убежала. Так что посмотри, понаблюдай. Да, может, у мужа спроси, может, он всегда такой. Мне кажется, если бы муж видел какие-то намеки в вашу сторону, он бы вам сказал, как мне кажется. Ну, хотя некоторые мужчины слепые и глухи в этих вопросах. Не вижу, не слышу. А может, он доверяет своему другу и знает, там, между собой не разговаривает, что там ничего там быть не может, например. Просто вежливое общение. Так, Салтанат пишет: привет, ребята. Привет, большой тебе. Привет. Какие планы на Новый год? Как хотели бы встретить его? Какие горячие блюда хотели бы сделать на Новый год? Лёва очень красивый мальчик, всего самого хорошего. Также всего вам самого хорошего. Спасибо. Горячие блюда на Новый год: солянка. Гуся нет. Я гуся ни разу не готовила. Что еще? Манты, может. Да, манты. Или хинкали. Возможно, пюрешка с курицей. А роллы, может, запеченные сделаем сами? Ой, не знаю. Самому уже, честно, неохота готовить. Сейчас столько продуктов, надо столько времени на это потратить в этот день именно. У меня идея сегодня была: почему я не сняла рецепт из запеканки? Я хочу на второй канал рецепт начать снимать хотя бы раз в неделю. Кстати, да, идея хорошая. Пишите, будет вам интересно или нет. Если что, завтра, может, снимем рецепт. Может, даже втроем все здесь встанем и будем снимать. Я, Костя и Лёва. Спасибо большое, что писали вопросы. Пишите еще, нам будет очень интересно. Также напишите про ситуацию девушки с мужем, с его другом, как думаете, кажется ей или нет. Также не забывайте переходить по ссылочкам на любимый Василек. Будет в интерфейсе под видео, также в комментариях все ссылочки на все одежды. Всем пока. До новых встреч.